понравилась игра со стороны Кузбасса, с нашей стороны вообще не понравилось. Как всегда, атмосфера, это гул, гам, это всегда подбадривает, особенно если это твои болельщики. Команда так и сыграла, команда Кузбасса. Цепка. Первую партию спокойно дожали, во второй дали преимущество и не смогли забрать в конце. Но третий счет уже под наш копирку был. В первую очередь хотел бы поблагодарить зал. Создали такую шикарную атмосферу. Всегда приятно играть в Кузбассе. А по игре команда соперника дали нам отличный бой. И в каких-то моментах прям удержали прием, что позволило нам поработать и в защите, и на блоке. Многое понравилось. Были у нас определенные сбои, но тем не менее в целом контролировали игру. Редко играешь при таких поддержках, но в Кемерово это достаточно стабильно. Вот, зал всегда поддерживает, очень приятно. Вначале в первой партии чуть упустили, так сказать, не то, что упустили, начали не так хорошо, как должны были, наверное, пока собирались, партия закончилась, но вторая, третья была борьба достаточно. Но «Динамо» показала, что у них есть классные игроки, которые совершают меньшее количество ошибок в каких-то элементарных вещах. Но я думаю, это и сказалось на результате. Ну, игра, по сути, была в первых трех партиях. Чтобы выиграть, у топ-команды нельзя допускать ошибки в мелочах. В общем, ребятам спасибо за самоотдачу. Но думаю, что это начало сезона. Игра у нас рано или поздно выровняется. Первое, из-за чего проиграли, «Динамо» и остальные топ-клубы не прощают ошибок.